Томский физико-технический лицей в очередной раз принял в своих стенах высоких гостей. Спикер Думы Томской области Оксана Козловская с коллегами из областной администрации провела рабочую встречу, посвященную подведению промежуточных итогов уникального для Сибири образовательного проекта. Линейная модель «Лицей-вуз-предприятие», цель которой – преемственное воспитание поколений инженеров, начиная со школьной скамьи, успешно реализуется на базе лицея и ТУСУРа совместно с партнером вуза – компанией «Микран». В рабочей встрече приняли участие и сами инициаторы проекта – ректор ТУСУРа Александр Шелупанов, проректор по учебной работе Павел Троян и первый заместитель гендиректора «Микрана» Валерий Кагадей. Гости высоко оценили уже достигнутые результаты программы, отметив важность для области подобного начинания. Напомню, двумя месяцами ранее ТУСУР в стенах лицея открыл собственную базовую кафедру, а еще раньше уже компания «Микран» открыла в ТУСУРе свою лабораторию. Осуществление далеко идущих замыслов этой учебно-производственной тройки позволит воплотить в жизнь мечты о полной, целевой профессиональной подготовке собственных специалистов самого высокого уровня.